При наличии этого устройства уличный бассейн может работать круглогодично, поддерживая температуру 36 градусов. Предприниматель Владлен Кочетков с гордостью рассказывает о своем уникальном производстве. Почти 15 лет он выпускает сматывающее устройство для бассейна. Это специальный механизм, который укрывает зеркало воды. Нажимает на кнопочку, она закрылась, скорость медленная, по воде все это заходит. Весит оно достаточно много, ПВХ ламели 6 килограмм на квадратный метр. Соответственно, получается, выдерживает вес человека, можно ходить. Для сотрудников муниципального казенного учреждения «Малый бизнес Химки» Владлен Кочетков провел экскурсию по своему производству и рассказал о тонкостях предприятия. Много лет предприниматель занимался строительством бассейнов. Теперь сфокусировался только на выпуске специального укрывного устройства, которое служит защитой от загрязнения и испарения. Задача компании какая? Чтобы большее количество людей могло воспользоваться интересными инновационными продуктами, которые позволяют экономить на электричестве, на обогреве, на газе и пользоваться всеми благами цивилизации в виде горячего и теплого бассейна круглогодично. Такой механизм можно применять не только для уличного бассейна, но и в помещении. Компания производит автоматические, ручные и даже подводные сматывающие устройства. В планах руководства – расширение предприятия. Здесь планируют запустить электрические полотенцесушители. Сотрудники муниципального казенного учреждения «Малый бизнес Химки» рассказали коллективу о мерах поддержки для предпринимателей. Меры поддержки, которые существуют, это областные, муниципальные, я имею в виду наши химкинские. Обо всем этом мы рассказали и приглашаем к дальнейшему сотрудничеству. Сегодня предприятие по производству сматывающих устройств для бассейна входит в тройку лучших в России. Их продукция предназначена для розницы, а также ее приобретают фитнес-центры и термальные источники. Юлия Самошина, Юлиана Мазырина, Руслан Сафин. Новости Химки ТВ.